2 мая у памятника труженикам тыла состоялась акция «Майский вальс». В преддверии Дня Победы на площади звучали стихи и песни. Молодые люди танцевали вальс с ветеранами и, конечно же, вспоминали участников Великой Отечественной войны. Дата выбрана не случайно. 2 мая 1945 года советские войска освободили Берлин от фашистов. Тогда, 74 года назад, под звуки оркестра прабабушки и прадедушки нынешней молодежи также кружились в вальсе, празднуя окончание войны. Настроение очень бодрое, жить дальше хочется. Сейчас мне 93 всего. Скоро будет 94. Судьба мне сделала такой подарок, какой мне не делал никто и уже не сделает. Она мне подарила длинную жизнь, а умереть я мог и неоднократно. Многие школьники пришли на площадь с рисунками и портретами своих героев. Я это делаю для того, чтобы почтить память моего прадедушки, который один из немногих, который прошел войну до конца. Когда я была еще совсем маленькой, еще в первоклашкой, он мне рассказывал, как прошел войну, сколько страданий он натерпелся. В этот же день завершилась патриотическая акция «Эстафета памяти», в рамках которой школы, вузы и СУЗы города и области передавали копию Знамени Победы. В течение апреля месяца шла акция «Эстафета памяти». Знамена Победы переходили из одной школы в другую, из одного учебного заведения в другую. И сегодня здесь на площади собрались все знаменные группы, которые принимали участие в этом мероприятии. Официальный символ победы советского народа над фашистской Германией, а вернее его увеличенную копию, развернули на площади участники автопробега. Сразу после митинга волонтеры и представители патриотических организаций отправились в двухдневное путешествие по районам Омской области. Проезжаем по всем районам, где на площадях делаем интерактивные площадки. Поисковики показывают то, что они в течение этих лет нашли. Боевое братство выставляет оружие войны. Мы выставляем бессмертный полк «Картинг», «Пневматир». Так как едем в Русскую Поляну, которая граничит с Казахстаном, мы будем разворачивать флаг Победы на территории России и Казахстана, так как две страны, но одна Победа, которая нас объединяет.